Σμίζονος Αφροσύνης. Εάν παραμείνω, κινδυνεύω. Εάν μη, θεωρηθώ βιλία. Байк. Я так скучал. Флавий убит. Я прошел такой путь, чтобы спасти нашего сына. Хему счастлив. Да пройдет он по полям и Алу. Я отправлюсь в Рим. Рим? Ты так и не отказалась от этих идей? Я ошибалась. И ты ошибался. А я? Не трать силы. А, знаменитый Меджай. Фан не устает восхвалять твои подвиги. Я нашла союзников. Это Брут, а это Кассий, наши римские братья. Мы уничтожим все корабли этих двуличных мерзавцев. Септимия и Цезаря. Теперь силы Ордена угрожают не только Египту. Клеопатра еще правит? В Египте не правит никто. Тираны раздирают его на части. Наша царица предпочла сбежать в Рим. Все по-прежнему. В Мемфисе хозяйничает орден. А я? Останься. Неужели это конец? Айя, эту проклятую сферу не должны были находить. От нее одни беды. Ιδιώτην! Ελάβνη νου και γνωστής! Ιδιώτην! Ωρα κουνήμη τη μηχανέστερη να εξελέχει. Καιρός προς ανθρώπων πράγμα. Дороги! Дороги! Ну, не сходи! Морьяс параскевал! Чем ближе наша победа, тем ты дальше. Такова судьба, Байк. Мир не желает принимать нашу любовь. Ты права. У нас есть высшая цель. Наша любовь ждет в Дуате. Пора смириться с этим. Пусть решают боги. Боги мертвы. Мы пожертвуем близостью ради высшего блага. Мы не зря шли сквозь тьму. Отныне о наших планах никто не должен знать. Станем действовать скрытно. Египет пал.
Греция пала. Рим? Падет и Рим. Кредо победит, но никто не узнает. Если мы убиваем, то убиваем лишь тех, кто это заслужил. Тех, кто вздумает пытаться управлять нами. Они никогда не узнают, кто мы. Мы бесстрастны по этой смерти. Я смирился. Я больше не отец. Я не муж. Я не Меджай. Я незримый. Заточим клинки. Надежда есть даже в этих землях. Что мне делать? Новое кредо. Новые цели. Как же ты была права. О, милая. Как-то рановато для последних слов. А ты еще кто? Может, слышала о Уильяме Майлсе? Ассасин? Значит, слышала. Мы, ассасины, следили за тобой. Это... необычно, когда работник Абстерго интересуется революцией в стране. Твоя правда. Мы знаем, что ты работаешь с Анимусом. У вас с Дианой был такой замысел. Ди. Они провели вас. София Рикин столько вам обещала. Хватит! Речь идет не о ней. Да. Нам и без нее есть что обсудить по пути в Александрию. Не надейся, что я поеду с тобой. Ну, а какие варианты? Или пойдешь со мной, или останешься здесь, чтобы и дальше играть со смертью до тех пор, пока не оступишься. А они этого ждут. Твою прежнюю жизнь уже не вернуть, Лейла. Мне она ни к чему. Но ты, наконец, сможешь работать над Анимусом. Нашей версией. А еще мы не станем ограничивать твою свободу. Ладно. Уговорил. Но мы все равно не союзники. Годится. Эй, это личные вещи. Гениальные модификации. То, что ты сделала с диализным блоком. Познакомишься с Ребеккой. Я уверен, между вами вспыхнет симпатия. Главное, чтобы дом не вспыхнул. Да, твой. Анимус избавит.
Это для Фоксида? Подарок? Нет. Реликвия. И я не собираюсь обсуждать это. Знак Байека? Отдай мне, я передам его Фоксиду. Он такое любит. Не трогай. Или убью. Мне сегодня не до разговоров. Утром мы прошли Неаполис. Если повезет с ветром, доберемся до Рима всего за 2 дня. Ваша семья распалась, да? Я знаю. Трудное решение. Но ведь ты избранная. Ты свободна, как я! Жизнь продолжается. Впереди римские корабли. Видишь? Только не теряй бдительность. Скорее всего, они ждут нас. Ты словно хочешь этого. Хочу, старик. Я хочу прикончить их, а потом продолжить искоренять зло. Зло вечно! Как уж устроен этот мир! Заметил нас! Скоро к ним придет подкрепление. Приготовьтесь! Наращиваем темп! Держитесь! Все вперед! Пусть от их кораблей останутся лишь щепки! Весла! Ла-ла-ла! Слагать о наших подвигах! Если выживем, Фокси, клянусь, я прикину сирены и сама тебе их спою. Ловлю на слове! Поверь мне, ты пожалеешь. Покончим с ними. Еще один! Что ж, отправим в бездну последний! На нас идут поджигатели! Боги. Слишком плотный строй. Врежемся! Мы обречены! Кораблей слишком много! Нужно потопить их, пока не поздно. Нельзя подпускать врага! Потопим их! Стреляем! Поджигатели! О, боги! Они повсюду! Ускориться!
Наращиваем темп! Гребите! Это армада! Нам хватит огневой мощи справиться с ними! Сомневаюсь! Наш строй нарушен! И союзников нет! Нам конец! А ну взбодрись, размазня! Спасай свой корабль! Еще корабли! Там! Наек! Зевс смеется над нами с вершины Олимпа! Нет-нет! Это же Брут и Кассий! Там! И наши катапульты с ними! Стреляйте! Но! Эй! Гоните страх! Перед вами огромный кит, на костях которого мы еще с вами попляшем! Надеюсь, ты в юности не писал стихи, а, Паксик? О, не пришлось, а зря! И мудрецом не стал! Эх, упустил свой шанс! Миллионы шансов моя! Напиши о себе книгу, Паксик! Все может быть! А если ты принесешь экземпляр в библиотеку, мы станем бессмертны! А эту главу наших странствий будут читать чаще всего! Перестройтесь! Сегодня поплывем вместе! В какой порт мы направляемся? Предлагаю посетить город Анциум. Это излюбленное место торговцев. Там безопасно. Оттуда всего полдня до Рима. Не пройдет и нескольких дней, как Цезарь официально станет тираном. А вот и он. Народ любит тебя, Цезарь. И наш бог. Подчинить сенат будет трудно. Это сборище бесхарактерных трусов. Я найду подход. Сигнал.
Так Цезарь теперь глава Ордена Древних. Цезарь наш отец понимания. Вас обоих ждет смерть. Ты вмешиваешься в дела Ордена, а Орден сильнее Рима. С такими рабами и лжецами. Да, некоторые убийства и вправду всем нашли. Моей власти армия и великая сила. Я предам твой проклятый орден забвения. Служи Цезарю. Служи Риму. Перейди на сторону сильной. Мы станем творцами истории. Тебя и Цезаря ждет небытие. Твой сын с ужасом смотрел в глаза смерти. Я скормлю твое гнилое сердце падальщикам. Ты трус и подлец. Ты лишил меня всего в этом мире. Я кабинянец. Зачем были твои свои норы, мышка? У тебя был шанс убраться отсюда. В этот раз Флавий не сможет спасти тебя, Сильти. И имя тебя не защитят. Ныне, Септимий, мы с тобой квиты. И это было ради мести? Вам с Меджаем определенно будет чем заняться этой ночью. Где посох? У Ордена. Я служил им и твоему Египту. После смерти мне за это воздастся. Я буду пить. С братьями в компании блудниц. Вас ждет лишь беспросветная тьма небытия. И тебя, и Орден, и гниющих в могиле Габинианца. Да пожрет окоп твое сердце. Цезарь должен быть в Курии. Вместе с Сенатом. В садах полным-полно солдат.
Прошу лишь об одном. Помогите мне построить новый, лучший Рим. Рим, который возглавишь ты? Пусть Цезарь скажет! Рим должен стать гарантом мира, закона и процветания для всех граждан, а не только для власть имущих. Разве мы не равны в правах? Я не всегда буду диктатором. Народ, он сам решил мою судьбу. Я должен был отвергнуть его дар. Ты должен был в первую очередь думать о нуждах Рима. Я добьюсь единства. Сенатус популюске романус. Сенат и граждане Рима. Единство? Оставь, ты попросту стремишься взойти на трон. Марк Антоний предлагал мне трон во время Луперкалии. Я отказался. Чудесное представление. Зачем тебе трон? Ты ведь стал для них богом! Учти, Гай Касси Лонгин. Кто поддержит мои идеи, тому простят его ошибки. Сенаторы, война закончилась! Наши разногласия достигли апогея. Рим уже не будет монархией. Брут горит желанием начать борьбу. Но против кого, друг? У нас с тобой одни цели. И ты смеешь говорить такое? Ты поставил себя выше своего народа. Но я глаз народа! Ты лишил свой народ каких-либо прав. Нет. Люди, ослепленные страхом и любовью к родине, передали, завещали их лидеру, тому, кто их поведет. Кто сделал тебя лидером Рима? Сам славный вечный город. Мы не сможем образумить Цезаря. Сенаторы, наше слово все еще имеет вес. Я выслушаю вас! И ты, дитя мое. Тиран мертв! Теперь вы свободны! Кто же ты?
ты, бьющая из теней. Каждого тирана ждет подобная участь. Всю жизнь мой народ считал меня настоящим богом. И я им стал! Теперь в мире царит новое кредо. Рим! Он вечен! Он никогда не падет перед вами. Никто не дает нам свободу, Цезарь. Мы берем ее. Теперь ты стал свободным, Цезарь. Что ты сделала? Цезарион мог унаследовать престол. Прислушайся к крикам снаружи. Тебя зовут шлюхой тирана. Я все еще царица. Но прислуживают тебе только лицемеры и змеи. Я билась за тебя, а наш народ славил твое имя. Аполлодор погиб за тебя и Египет. Египет? Я Египет! Ты позаботишься о нашем народе. Не сделаешь этого, я перережу тебе горло. Ты последний из фараонов. Байк. Цезарь отправился в царство мертвых. Септимия постигла та же участь. Теперь наши люди есть и в Риме. Но никто не знает о том, кто мы. Как ОМОН. Все мы стали незримыми. Я в тебя верю. Таков парадокс свободы. Мы стали независимы друг от друга. Но это не приносит мне счастья. Мы должны идти вперед. Продолжать наш танец посреди кровавой бури. Мы станем смертоносным вихрем. И враг умрет. Из тьмы мы явились, и во тьме мы навсегда должны оставаться. Люди не имеют возможности жить вечно. Но наше кредо должно. Лишь кредо достойно бессмертия в этом мире. Ничто иное. Oh.
Идите домой. Идите. Я не хочу идти домой один. Мне страшно. Отведем его в убежище? Нет. Пойдем домой. Пусть горести не омрачают твою жизнь. Ведь она коротка, и время все равно возьмет свое. А я... Я больше не та, что прежде. Я отрекаюсь от той любви, что раньше вела меня. Я отрекаюсь от Аи. Прошлое Аи мертво. Я стала незримой. Теперь я Амунет. Пусть приумножатся твои победы.